Александр Твардовский, армейский сапожник. В лесу, возле кухни походной, как будто забыв о войне, армейский сапожник холодный сидит за работой на пне. Сидит без ремня, без пилотки, орудует в поте лица, в коленях сапог на колодке, другой на ноге у бойца. И нянчит, и лечит сапожник сапог, что заляпан такой немыслимой грязью дорожной, окопной, болотной, лесной. Не взять его, кажется, в руки, а доктору все нипочем. Катается, гласно науке, да двигает лихо плечом. Да щурится важно и хмуро, как знающий цену себе. И с лихостью важный окурок висит у него на губе. Все точно, движение по счету, удар, где такой, где сякой? И смотрит боец за работой с одною разутой ногой. Он хочет, чтоб было получше сработано, чтоб в аккурат, и скоро сапог он получит. И топай обратно, солдат, кто знает казенной подковки, подбитой по форме под низ, достанет ему до сычевки, а может, до старых границ. И может быть, думаю, сходной, он занят, а может и нет. И пахнет от кухни походной, как в мирное время обед. И в сторону гулкой недальней пальбы «Перелет! Недолет!» Неспешно и как бы похвально кивает сапожник. «Дает! Дает!» — отзывается здраво боец. И не смотрит война. Налево война и направо. Война поперек всей державы. Давно не в новинку она. У Волги, у рек и речушек, у горных приморских дорог, у северных хвойных опушек теснится колесами пушек миллионами грязных сапог. Наломано столько железа, напорчено столько земли, а сколько повалено леса, как будто столетия прошли, а сколько разрушено крова, погублено жизни самой, иной и живой, и здоровой. Куда он вернется домой? Найдет ли окошко родное, куда постучаться в ночи? Все прахом, все пеплом золою. Сынишка сидит сиротою, с немецкой гармошкой губною, на чьей-то холодной печи. Поник журавель у колодца, и некому воду носить. И что еще встретить придется? Само не пройдет, не сотрется. За все это надо спросить. Привстали, серьезные оба, кури. Ну, давай, закурю. Великое дело, брат, обувь. Молчи, я и то говорю. Беседа идет, не беседа. Стоят они, курят вдвоем. Шагай, брат, теперь до победы. Не хватит, еще подобьем. Спасибо. И словно бы другу, который его провожал, товарищ, товарищу руку внезапно и крепко пожал. В час добрый, что будет, то будет. Бывало, не стать привыкать. Родные, великие люди, Россия, родимая мать.